Голодомор в Ильиногорске. Десятки тысяч свиней погибают на свиноферме от голода. Сотрудники заявляют, что животных просто нечем кормить. Не все хотят есть. Кормушки все вырезанные. До чего довели свиней? У нас здесь катастрофа, полностью катастрофа. Осталось от 70 тысяч, осталось 40 тысяч поголовья. Кормов нет, мы чем их кормить-то будем? Мы сейчас выходим на работу, чтобы просто посмотреть, поплакать. Все подробности сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале ЧЕ.